Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Санж, и сегодня мы продолжаем рубрику построек. Не бойтесь, не поехали, друзья. Не забудьте зайти в мой дискорд, там вы можете пообщаться со мной, также у меня план на будущие ролики. Также сейчас там проходит событие, где вы можете предложить свою идею для ролика. Ладно, а теперь к видео. По заявке одного из подписчиков или комментатора сегодня мы построим вот эту вот ТОС-1А Солнцепёк. Тяжелая огнеметная система. Вот каким образом он выглядит. Давайте я покажу его со всех сторон. Ага. Ну и если, друзья, вас этот ролик заинтересовал, то мы поехали его строить. Поехали. Начинаем с гусениц. Раз, два, три. Сюда еще одну. Так, это убираем. Дальше сюда кирпичные ступени из полированного чернокамня. Гусеницы будут из потрескавшихся кирпичей из полированного чернокамня. Ставим 4 штуки. Раз, два. Отступаем 3-4 вот таким вот образом. Затем сюда кирпичные плиты из полированного чернокамня, вот сюда. Затем вот сюда. Дальше вот сюда еще плиту. А, так, далее, друзья, вот сюда. Вставляем каменные кнопки. Так же, как и вот сюда. Потом кирпичные плиты из полированного чернокамня ставим их вот сюда. Таким образом. Угу, хорошо. Дальше же начинаем с этого блока, заполняем абсолютно все. Вот пока нет гусеницы, искаженными люками. Далее, друзья, нам придется зеленая терракота и зеленый бетон. Зеленый бетон ставим вот сюда 3 штуки. Зеленая терракота вот сюда также 3 штуки. Так, то же самое, терракота вот сюда. Таким образом, и бетон вот сюда. Таким образом. Хорошо, великолепно. Дальше вот сюда искаженные ступени, вот сюда, сюда. Сюда тоже искаженные люки. Затем сюда ступени темного призмарина. Сюда еще одна искаженная ступень. Сюда искаженные люки. Потом вот сюда ступени темного призмарина, но перевернутую, что важно. Вот сюда перевернутую. А также в конце, вот таким вот образом, раз, два. И раз, два перевернутых ступени. Так, только здесь, здесь вот таким вот образом должно быть. Первые ступени таким вот образом должны стоять. Дальше сюда багровую табличку сзади. Раз, два. Потом еще несколько табличек с одной из сторон. Неважно с какой. Получается вот сюда ставим табличку из темного дуба. А с другой стороны просто по две искаженных таблички. Также искаженные таблички мы ставим вот сюда. И с другой стороны получается. Далее вот сюда, сюда зеленую терракоту, вот сюда, 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 зеленый бетон. Все остальное мы также заполняем терракотой. Хорошо, великолепно. Так, сюда 3 искаженных люка, все тоже 3 искаженных люка. Потом вот сюда голову зомби на будущее. Сейчас мы сделаем также... то откуда у нас. Дальше, друзья, сюда голову зомби. Прямо над ней одну цепь и пару железных решеток. Вот таким вот образом. Хорошо. Так, затем снова используем искаженные ступени. Также зеленые ковры. Зеленые ковры ставим вот сюда. Также вот сюда. Угу. Сюда дальше ставим люки. Вот сюда. Вот сюда. Так, здесь... здесь верно. Так, потом... Потом пару черепов. Вот сюда и вот сюда. Затем... Вот сюда еще несколько люков. Вот таким вот образом. Так, дальше нам пригодится... плиты из темного призмарина. Мы расставляем их вот сюда. Вот таким вот образом. Таким. Это убираем. Сюда искаженные люки. 3 штуки. Так, дальше. Сюда датчик дневного света. Вот таким вот образом. Выключенным. Потом. Потом. А нам еще придется искаженные ступени, а также ступени из темного призмарина.
Так, вот сюда три штуки ступени истинного призмарина, сюда еще одну ступень истинного призмарина, сюда искаженную ступень, вот сюда искаженную плиту. Все так же плиту истинного призмарина. Угу. Затем сюда зеленый бетон, дальше на плите зеленый бетон и зеленый терракотта. Так, зеленый терракотта мы ставим вот таким вот образом вот сюда. Так, Вот таким вот образом вот сюда два блока зеленой терракотты, затем зеленый бетон и затем еще пара блоков зеленой терракотты. Так, закрываем открывшиеся люки вот таким вот образом. Так у вас должно получиться. Затем искаженные плиты. Также люки из тёмного дуба. Так, люки из тёмного дуба ставим вот сюда, сюда, сюда. Закрываем их. Также сюда аналогичным образом их закрываем. Правильно же? Да, все правильно. Потом сюда искаженные люки, пара штук. Вот сюда три штуки. Сюда тоже три штуки. И вот сюда, и вот сюда. Еще ворота. Ставим одно вот сюда ворота. Также тут я забыл вам упомянуть про одну декорацию. Вот сюда, сюда ворота. А сюда искаженные люки. А вот таким образом. Вот сюда еще один люк. Таким образом. Так, потом все это покрываем искаженными плитами. Угу, хорошо. Так, остались последние штрихи. Вот таким вот образом вот сюда искаженный люк, табличку, через один блок кнопку. Так, кнопка, потом вот сюда искаженный люк и табличка одна. Также искаженная. Ну и все, друзья, наш ТОС 1 готов. Друзья, ну а теперь, на этом данный видеоролик, друзья, закончился. Не забывайте ставить лайки, подписаться на мой канал, оставлять комментарии. С вами был снова я, Санж. Всем удачи, всем спасибо и приятного вам дня, друзья.